Не, даже посылка приехала. Откуда я слышу, что звонок звонит? Я ж тут сижу на улице. Слухай, як? Слухай ухом, а не брюхом. Попросила Милашу 3 раза. Закажи мне, пожалуйста, большой пакет наполнителя для котов, для лотка. Как вы думаете, что Милаш заказал? Маленький пакет. Поэтому нам 2 раза будет приходить посылка. Брун, я сама. А что это за вкусняшки? А что это за вкусняшки тут? Запунты такие вкусняшки? Бруно, но это не тебе, это коткам. А Бруно пошел, стоит около калитки. Там мальчик молоденький, ну, наверное, это учится, может. Стоит на него, смотрит, а говорю, Брун, что тебе не отдают? Такой, ух ты, что это за вкусняшка? Баночки. Баночки какие-то с кроликом, что ли. Ой, Брун, ну подожди. Еще и гурмеку. Сколько тут? 12 упаковок. Брун, ты можешь не толкать? Чё толкаешься? И наполнитель. Маленькая упаковочка. Потому что что? Потому что кто-то не слушает жену внимательно. Брун, я хочу звенче зробить. Денькую. Пошла Барсика звать. Он от такого точно не откажется. Так, ты заказал большую упаковку, да? Что-то это такая упаковка маленькая. Мне кажется, она меньше, чем я покупаю в магазине. Просто большая упаковка выгоднее. Она и по цене выгодней. Ну и купил, и забыл на несколько месяцев вообще. Об наполнителе. Пойду Барсика звать. Барсик. Барсюша. Кс-кс-кс-кс. Хоть тебе вкусняшка пришла. Пойдем. Вкусняшку тебе привезли. Будешь есть? Пойдем. Пошли. Глянь, какая вкусняшка. Барсюш, пойдем. Ты жарко. Иди сюда. Хоть ко мне. Кс-кс-кс. Иди, вкусняшку Милош тебе заказал. Будешь кушать? Мой зайчик. Пойдем домой. Посадил на это. Ты можешь сесть нормально? Брун. Сяд. Вот сюда ножку поставь. Во, сяд. 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 Все, сиди. Можешь лечь, молодец. И подожди секундочку. Ой, как приятно. Ой, спасибо. Бруно. Ну, что робишь? А ты обязательно уехать нужно было сейчас прям? Брун, сядь. Сидеть. Полушься. Бруно, полушься. Нельзя, не трогай. Да, я фотку сделаю. Вот вредный ты. Как собачкам делают фотки в окулярах? Добро, не хочешь, не надо. Не ломай. Так, давай. Ты вредина маленькая. Пошли к Милош. Сейчас будем сливать масло. Масло у нас находится здесь. Надо слить масло. И потом слить бензин. Правильно, кухонный? Будет это нелегко, я чувствую. Открывать? Так. Что дальше? Przekręć ją на бок. С другой стороны przejdź. Оно
можешь, наверное, не в тарелку потечь. И злоб за кола. За кола? Так, и на бок его. Покурьте, тяжело. Покурьте. Чи помог? Ты хочешь на телефон? Ну, надеть. Нила, шо? Ну, слева и слева и все. Так оно не помещается. Ну, то стоп. Зруб стоп, шерве, вылей. А там видно? Так, видно все. А оно должно быть такое грязное? Нет, он должен быть давно вымененный. А как вымененный? Это что, сливать надо? Так, треба зливать и вымеять олей. Офигеть. Бруно, отойди. Покажи, какие грязные. Ну, спалений олей. Для того оно и дымилось, так? Так. Видать, треба что оно грязное? Угу. Можешь вымочить. Ребята, слили все масло. Такое оно черное, еще раз показываю. Там писали, что нельзя ставить газонокосилку на бок, но когда мы сливали, то, естественно, мы наклоняли вот так. Ну, это везде так написано, в инструкциях и в видео показано. Еще посоветовали нам слить бензин, но мы, наверное, не будем сливать его, потому что понятно, в чем причина, именно в масле. Тут все у нас чисто, и хочу еще ответить тем, кто писал, что моей газонокосилке не хватает мужской руки, то скажу так, рука здесь только женская, моя такая в масле, в бензине, настоящая женская рука. Но и в нашей семье муж у меня голова, он мне дает парады, а я есть руки и ноги, так, коханый? Так. Бо мы такая родинка, не звыкла. Ну и сейчас пришло время залить новое чистое масло. Масло, естественно, мы покупаем, которое предназначено для данной газонокосилки. Газонокосилка у нас NAC. Вот здесь все написано NAC, Oil. Для сильников четыресувовых. Четыресувовых это как? На четыре стороны суваных. Короче, заливаем масло. Так, коханый? Так, коханый. Мила ж за всем блюдит. Посмотрите на них. Мне ехать надо. Этот малой заяц, бескоптик наш, не хочет заходить, потому что, естественно, он хочет ехать со мной. Но по такой жаре его брать не буду. А этот поросеночек не хочет заходить, потому что он хочет лежать и греться на солнце. Договорились. Договорились и сидят вдвоем на улице, не хотят домой заходить. Давайте заходите, уже начало 11-го, в самое пекло еду. У нас сегодня уже вторник. Ой, вчера вечером и сегодня утром начиталось новостей за Украину. За Киев, за Кривой Рог, за Краматорск, за Дружковку. Короче, голова кругом. Когда этот дурдом закончится, вообще непонятно. Не знаешь даже, что говорить. Да? Пошлите домой. Идите, мой сладкий. Пойдем домой. Так, ребятушки, вчера с Милошем меняли масло в газонокосилке.
Оказывается, там она должна несколько часов поработать, потом нужно ее слить с нее масло. Ну, в общем, всю эту процедуру делали, я там снимала для ТикТока, возможно, вставлю эти фрагменты, кусочки видео. В общем, приехала, чтобы купить новые фильтры, это фильтры, а это я купила жилки для мотокоса и для триммера. А сейчас иду, чтобы купить еще масло для газонокосилки. Наверное, возьму две бутылочки. Просто в Мрувке маленькая емкость, а в Медиаэксперт как раз есть большая емкость. Ой, аккуратно. Кто достал? Кто достал? Доставай дальше. Хоп. Левсика доставай. Ой, как хорошо, да, Брон? Так хорошо, водичка. Оп! Молодец. Молодец, умничка. Молодец. Молодец. Ну, а сегодня жарень. Бруно решил покупаться. Прыгает, играет. Я ему игрушки повыносила. Водичка набирается еще. Ребенку весело. Пилочку хочешь достать? Ты с той стороны спрыгивай, Бруно, то тут неудобно. Нравится тебе? Хорошо, скажи, да? Чтоб ванная побольше была, вообще было бы супер. О, молодец! Достал пилочку. Вот, умничка. Не, ну я сейчас играть не буду, Брун, ты что, так жарко? Молодец, умничка. Достал пилочку. Фух. Не знаю, сколько градусов, но кажется, что все 40. Очень жарко. И вообще, эта неделя у нас будет жаркая. Да? Жаркая будет неделя. Барсюша на столе лежит, спит. Боня не хочет на улицу, ему жарко. Он домой забегает. Но дело в том, что ему жарко на улице, но на втором этаже там вообще просто духотень, дышать нечем. Ова! Молодец! На улице посвежее будет в тенечке, чем на втором этаже. На первом этаже хорошо, прохладно. А Брунчику весело. Так, что там еще много воды? Я что, уже сама разжарилась? Фу, в городе устала, вообще ничего не снимала, потому что жарко, вообще не хочется снимать. Ой, у меня духовка уже пищит, там рыба печется для Брунчика. Да и для котов тоже. Может, и коты захотят, да? Барсик молодец, балдежник. Знает, где отдыхать надо. Да. Милош музыку включил. Бруно с мячиком играет.
В этом году что-то петуньи совсем плохие, что-то они пожелтели. Короче, недовольна я петуньями. Все-таки надо покупать большое кашпо, тогда хватает на все лето. А когда покупаешь такие маленькие, пересаживаешь в кашпо, то они, ну, получается, сколько? Полтора месяца, поллета и отцвели. И отцветают, желтеют. Эти вообще, этот засох, хотя я его подстригла. Тот подстригла, там кое-где проклевываются зеленые листочки. Не знаю, будет цвести или нет. Эти два, они у меня стояли ночью, напивались воды. Надо будет их почистить и тоже, возможно, подстричь. Так, пошла я выключать духовку, а то там распищался таймер.